друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вас познакомить со своей кошечкой Роксоланой, ну или по-другому Рокси. Сегодняшнее видео посвящается ей. И она специально надела свой праздничный бантик для того, чтобы познакомиться с вами. Сегодня я буду готовить обед для Рокси из куриной печени. Ну что, Рокси, иди гуляй, а когда обед будет готов, я обязательно тебя позову. Поехали! Буквально на 2 минуты отправлю куриную печень вариться. Пока варится печень, я порублю петрушку. Берем вот столько петрушки, отрезаем хвостики и мелко нарезаем. Морковочку натру на терке. В измельчитель отправляем все ингредиенты. В печень отправляем морковь и петрушку. Остатки тоже выливаем в блендер. Накрываем крышечкой. И начинаем миксовать. Вот и готов паштет. Паштет получился однородным, а запах просто не передать словами. Надеюсь, Рокси понравится такой обед, и она будет благодарна мне. Перекладем. Паштет получился прекрасным. Паштета получилось довольно много, и я думаю, что его хватит на несколько дней. Пойду кормить своего питомца. Рокси с большим аппетитом ест обед, который я ей приготовила. Видимо, паштет пришелся ей по душе. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Всем пока, увидимся в следующих видео.